Почему Сталин и сталинские времена становятся так популярны, что их популяризируют? У меня ответ очень простой. Нынешняя система, которая существует в России с 91-го года, а точнее с самого конца 80-х, это лучшая реклама Сталина и сталинской эпохи. Это лучший аргумент в пользу этого строя. Если провести инвентаризацию, кто ненавидит Сталина и за что? И ведь вообще, в принципе, человека определяют не его друзья, человека определяют враги. Когда говорят, скажи мне, кто твой друг, я скажу тебе, кто ты, я чаще люблю перефразировку, скажи мне, кто твой враг, и я скажу тебе, кто ты. Кто враги Сталина, кто больше всего ненавидит Сталина и одновременно боится, потому что ненависть идет рука об руку всегда с боязнью, это как жадность и трусость, это вместе. Так вот, прежде всего, конечно, Сталина ненавидит номенклатурное и околономенклатурное варье, которое понимает прекрасно, что сталинская система, при том, что воровали и при Сталине, но при Сталине за это и наказывали. То есть воровать безнаказанно и устраивать гаремы вокруг, например, Министерства обороны, ну, в сталинскую эпоху это было просто невозможно. И даже близко к этому приблизиться было невозможно, никому бы в голову не пришло. То есть, прежде всего, Сталина ненавидит советские и постсоветские либералы от власти. Ведь что такое был советский либерализм от власти? Это были такие же столоначальники самодуры, как и те, кого называли неосталинистами часто. Но либерал по-советски – это был человек, который хотел потреблять больше, чем ему положено по номенклатурному рангу, который хотел часто ездить за границу. То есть, хотел такой, ну, нарушение правил системы, то есть ранг один, а вот потребление у меня должно быть другим.